Резкий скачок цен, но только на бензин ощутили и жители Северо-Казахстанской области. Самый востребованный 92-й подорожал на 5 тенге, несмотря на то, что потерявшая в цене нефть позавчера она подешевела почти на треть, снова начала подниматься в стоимости. В Петропавловске на отдельных АЗС топливо марки АИ-92 продают за 157-158 тенге за литр. Автолюбителям такие изменения явно пришлись не по душе. Твой бензин и дорожает, это очень плохо. Потому что свои недры, все бензин, все нефть есть и дорожает. Ну, с экономикой, но все равно внутри страны это должно быть более доступно. Не успеваем заправляться, ездим там. Скоро посевная, вот и подорожал бензин же в сезон как раз. Вот надо вообще сделать половину дешевле, все поля распашут, вообще все, тогда будет зерна вдвое больше, а нет, надо вот заворачивать цены. Нет, не устраивает, честно говоря. Было бы качество хорошее, другое дело. Был столько-то, поднялся столько, газ поднялся, бензин поднялся. Как людям жить дальше? Чем? А зарплаты, говорится, как были, так они и есть. То, что в регионе заметно подорожало горючее, подтвердили и в областном акимате. При этом в местной администрации объяснили, что скачок цен на бензин произошел из-за отсутствия регулирования со стороны государства. Причина повышения цен в том, что с начала года акцизы на топливо были повышены. Мы не проводим мониторинг стоимости нефти, а контролируем цену на бензин. Сейчас отсутствует государственное регулирование, поэтому цены стабилизируются самим рынком.